Гибкое производство. Производи только то, что уже продано. Без склада, без стресса, с большей прибылью. Еще в 2007 году у небольших производственных компаний дела шли отлично. Целью небольших предприятий в то время было быстро производить миллионы изделий, складировать их и продавать позже. Таким образом, они сокращали издержки производства и увеличивали прибыль. Но наступил 2008 год, и мировые финансовые рынки обрушились. Производственные компании накопили остатки на своих складах из-за снижения спроса на рынке, и многие из них испытали затруднения или обанкротились. Сегодня, после того, как многие компании обанкротились, прежняя мантра «увеличение производственной программы равно меньшая стоимость изделия» больше не работает. Сегодня выигрышная бизнес-модель – производить только то, что уже продано, без склада, увеличивая денежный поток. Тщательно изучив рынок, Маурицио Порто создал метод гибкого производства – философию производства, которая позволяет производить только то, что уже продано, сокращая складские запасы и получая больше прибыли на свой банковский счет. Был разработан новый станок – мультицентр, который обладает гибкостью и производительностью, необходимыми для реализации этого метода. Мультицентр – стандартный станок, выпускаемый серийно и обладающий надлежащими функциями для решения задачи производства на заказ, от мелких до средних партий, с использованием метода гибкого производства. Преимущество мультицентра – стандартный станок, подходит для разных видов выпускаемой продукции. Переналадка на другое изделие всего 15 минут, идеально подходит для производства мелких и средних партий. Производи только то, что уже продано. Сократи складские запасы. Измени бизнес-модель. Перестань работать на склад. Производи только то, что уже продано. Но производить только то, что уже продано, непросто. Если попытаться, всплывут на поверхность все организационные вопросы ведения бизнеса. Проще производить на склад, наращивая складские запасы и маскируя дезорганизацию, с которой рано или поздно придется столкнуться. Если хочешь узнать, как применить метод, чтобы стать лучше и избежать типичных проблем перехода на новую бизнес-модель, посети наш веб-сайт flexibleproduction.com, где совершенно бесплатно сможешь познакомиться с написанной Маурицио Порто книгой, которая поможет, используя метод, шаг за шагом идти в будущее.